В Вашингтоне арестованы сотни протестующих против Трампа. Американцы выступили против политики нулевой толерантности в отношении нелегалов, которой придерживается президент. В столице США Вашингтоне полиция арестовала возле здания Конгресса 575 человек, протестующих против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на данные полиции в пятницу, 29 июня. Акцию протеста организовали члены организации «Марш женщины Центр народной демократии». Митингующие выступили против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов, которой придерживается Трамп. В ответ полиция провела массовые задержания активистов, обвинив их в незаконной демонстрации. Позже стало известно, что среди задержанных оказалась член Палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал. «Как член Конгресса я не позволю этому президенту и этой администрации от моего имени делать то, что они делают с детьми, родителям, просителем убежища», заявила Джаяпал. Она также сообщила, что следующие акции протеста состоятся 30 июня по всей стране. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальных мигрантов необходимо депортировать из страны без судебных разбирательств. Также Верховный суд США поддержал указ Дональда Трампа о запрете на въезд в страну граждан ряда стран, преимущественно мусульманских. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.